группы Divine Performing Arts продолжает свое турне по Соединенным Штатам Америки, где она производит незабываемые впечатления на публику. На этот раз в городе Джексонвилл, штат Флорида. Требуется неимоверные усилия, чтобы группа танцоров двигалась так синхронно. Для этого нужны длительная практика и тренировки. Мой любимый номер — это танец с барабанами. Признаюсь, что он мне понравился больше всего, особенно его музыка и энергетика. Точные движения девушек, их синхронность, гармония просто прекрасны. А мужчины показывают великолепную силу, легкость и плавность в движениях, мощные прыжки и па. Очень вдохновляет, особенно с точки зрения культурного обмена. На этой неделе труппа Divine Performing Arts выступит с концертами в Лос-Анджелесе и Нью-Джерси. Чтобы ознакомиться с расписанием концертов в вашем регионе, посетите веб-сайт divineshows.com. NTD, Флорида, США.